В казачьих рядах пополнения детскому саду номер 30 хутора Сербин присвоен статус казачьей образовательной организации. В честь этого знакового события в дошкольном учреждении состоялся большой праздник. С подробностями мои коллеги. Здравствуйте, уважаемые гости! Мы приветствуем вас на торжественном мероприятии, посвященном присвоению нашему детскому саду «Казачок» регионального статуса казачьей образовательной организации. Кубань является лидером по развитию непрерывного казачьего образования в России. Сегодня в систему казачьего образования региона входят 50 детских садов, 75 школ, 7 казачьих кадетских корпусов и 6 ведущих высших учебных заведений, входящих в Ассоциацию казачьих вузов. И число образовательных организаций, которым присваивается региональный статус казачий, продолжает расти. Только в нашем районе в этом году казачьими стали 1 школа и 3 детских сада. Мы кубанские ребята, мы лихие казачата, век готовы в дружбе жить, и Кубанье дорожить. Галька, шашка, верный конь, в кармане ломать черный хлеба, казак и в воду, и в огонь. Ему земля, ему и небо. К детским казачьим образовательным учреждениям предъявляются серьезные требования, исполнение которых проверяет специальная комиссия. И только по итогам ее проверки выносится решение о присвоении регионального статуса казачьей организации. Детский сад номер 30 хутора Сербина успешно справился с поставленными задачами и теперь может по праву носить звание казачьего, с чем воспитателей, юных казачат и их родителей поздравил атаман районного казачьего общества Александр Семко. Ехал сюда с такой душой, она просто играла, потому что у нас сейчас Сербин, вообще Маевский. Это действительно настоящая казачья территория, потому что здесь все казаки, казачата все вместе. Для нас это самое главное. Не будет казачьего народа без будущего, без таких вот замечательных казачат. И здесь это прекрасно понимают, и мы очень горды тем, что 30-й детский сад получил статус региональный. Казачье образовательное учреждение. Я хочу пожелать нашим замечательным детям. Мы сегодня на вас смотрим с такой радостью, с такой надеждой, что вы будете продолжателями славного казачьего рода. Вы живете на героической казачьей земле. И мы надеемся, что вы будете наша надежда и опора в дальнейшем. Воспитанники детского сада номер 30 теперь по праву носят почетное звание казачат. А значит, они должны знать и чтить историю своих предков. На празднике они со своими казаками-наставниками продемонстрировали один из казачьих обрядов – праздник первых штанов, когда юному казачонку вручали настоящие казачьи штаны с лампасами, как символ взросления и вступления в казачье общество. Привет, казачок! Здравствуй, атаман! Здравствуй, дорогой. Ну-ка, дай-ка я на тебя полюбуюсь. О, подрос, молодец. Дед Василий просил тебе вручить эту свою боевую шапку. Держи, малец. А, уже казачок. Вот. Подержал, подержал. Остро шашка. Подержал и будя. Вручит тебе ее. Твой крестный, когда тебе будет исполниться 17 годков, когда ты присягу примешь, и когда пойдешь на воинскую службу. Продолжился праздник казачьими играми, песнями и танцами. В завершение мероприятия дети вручили гостям памятные подарки, которые сделали своими руками. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».